Ксюше Соткиной 13 лет. В прошлом году она взяла гран-при всероссийского вокально-эстрадного конкурса «Детский хит», а в этом снова решила попытать свои силы. Так же, как и ее друзья Миша и близняшки Алина и Леша. Все они уже подали заявки на участие в конкурсе. Мне нравится заниматься вокалом, я чувствую, что это мое. А когда мне грустно, я могу спеть какую-то песню, и мне становится веселее, либо иногда это помогает справляться с каким-то волнением. Потому что это увлекательно, весело. Петь. Тебе как бы аплодируют зрители, тебе это самому нравится. Мне хочется победить, получить гран-при. Почему такие желания? Хочется узнать, как это себя чувствовать на таком месте. Конкурс проводится уже в третий раз и теперь становится телевизионным. Телекомпания НТВ будет показывать в своем эфире все этапы конкурса в октябре, ноябре и декабре 2017 года. Конкурс состоит из 4 туров и проводится с 1 июля по 22 сентября. По его итогам определяются победители и лауреаты в каждой возрастной категории и номинации. Из особенностей еще и то, что педагоги, которые будут заниматься с детьми, получат специальные призы. Будет небольшое соревнование и между педагогами. Это очень важно, потому что педагог – это тот человек, который за кадром, но он вкладывает очень много труда в детей, и он достоин того, чтобы тоже получить приз, если его дети успешно выступают. Главное, чего мы хотим добиться, мы хотим сделать очень яркий, интересный праздник для детей. У нас на конкурсе будут победители, но не будет побежденных, потому что все дети обязательно уйдут с подарками и наградами. Участие в конкурсе могут принимать дети от 5 до 17 лет. Заявку необходимо подать до 5 сентября. Для этого нужно заполнить анкету на сайте конкурса hitdeti.ru или в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Если ваш ребенок не представляет своей жизни без музыки, то скорее заполняйте анкету. Мы ждем именно вас. Встретимся в нашем эфире. Алевтина Батурина, Максим Веселов, «Объективное НТВ».